Она с нами работает первый год и зовут ее Марта. И у меня бывает такое, что меня накроет так, что я пишу женские тексты. Я, правда, для другой певицы очень хорошую написал песню, но когда Марта стала работать у нас в коллективе, я решил, что мне нужно найти время для того, чтобы выпить коньяк с курицами. И я написал, разрешил, точнее, ей петь эту песню. И это так совпало, вы знаете, она замужем, у нее муж очень ревнивый. Я думаю, раз ревнивый человек, а представьте, отправлять жену на гастроли. Это несочетаемо, быть ревнивым, жена певица. Поэтому Марта для вас поет песню, которая называется, мной написанную, песня называется «Не ревнуй». Привет мужу, если любишь. Спасибо.